Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-муслиму ахуль-муслим, ла язлимух, ва ла яхзулух, ва ла яхкирух, ат-такуа ха-хуна, ва яширу иля садрихи салат, бихасби мриин мина шар ан яхкира ахаху-л-муслим, куллю-л-муслиме аля-л-муслиме харам, дамуху, ва малуху, ва ирду». Мусульманин мусульманину брат, и он не должен ни притеснять его, ни оставлять его без поддержки, ни презирать его. А богобоязненность вот здесь три раза указал на грудь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Достаточно зла делает человек, который презирает своего брата в исламе. И для каждого мусульманина должно быть неприкосновенным жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Раваху муслим. Поистине, тот человек, который презирает своего брата-мусульманина из-за высокомерия по отношению к нему, а высокомерие – наихудшее качество человека. Наихудшее качество. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ядхулю л-джанна ман кана фи кальбихи мисқалю зарати миналь кибр». Не войдет в рай тот человек, в котором, в сердце которого останется высокомерие, весом хотя бы с пылинку, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, исправлял взгляды, неправильные взгляды по отношению мусульман. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Иннаху ла яти раджуль азим ас-самин яум аль-кияма, ла язину инда Аллахи джанаха ба'уда. Ва кала икрау, фала нукиму лахум яум аль-киямати вазна». Поистине, в день воскресения, в день судный день, непременно приведут важного, то есть который при этой жизни был важный такой, тучного человека, который окажется перед Аллахом легче комаринного крылышка. И тогда сказал Аллах: «Читайте аят в Коране». Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Читайте аят в Коране». И в день воскресения мы не определим для них никакого веса.